Рой бедрил. Макс побрался, добавь в Roblox, сейчас сделаем. Друзьяшки, ник такой же, так, окей, добавлю. Ой, бля, Омен, братан, скинул, нихуя себе, 1000 рублей, дав, я тебя люблю, живи долго и счастливо, это на пельмени. 1000 рублей на пельмени, тут такие не продаются, хотя я бы очень Мисс хотел. Корона. А, кстати, да, они реально вонючие и дорогие, пиздец. Бля, у можжевельника здесь да, тоже дохуя пчел, да ебаный в рот, вы во все играли? Ок. Ладно, 59-й, пойду в пчелок. Кто там играл? Хуй знает никого. Кстати, все ливны, блядь. Так, мне нужно вот это мои пчелы. У меня, короче, мой пчел, пчельник. Но у меня, короче, ноль пчел, что я могу сказать. Там одно яйцо по дефолту дается. Так. Да. Слева нажми вот это базовое яйцо. Яйцо перетащить яйцо в сотовый. Получилось. О, блять, мне вылупилась упрямая пчела редкая. Упрямая пчела, которая не может командовать. Она говорит другим, куда идти. Что, блять? Нихуя непонятно. Так, где все типы? Где посмотреть, кто здесь? Где здесь кто типы? Ага, вот они. У меня обычная пчела, но я не жалуюсь. Так, она уже типа вылупилась, да? Ну-ка, она за мной пойдет. Не, Коль, правильно, лучше обычная пчела в руках, чем прямая пчела в небе. Бля, request full. Пацаны, дайте зайти, плиз, к бойчикам. Кстати, всего, по-моему, на 6 человек, да? Угу. Да. Может, ты выберешь пустой сервер, и мы к тебе переподключим? Может, как так? Варик, да? Так, чудом в донатах. Ой, Омен, спасибо тебе большое за донат. Приятный. За что непонятно? Спасибо большое. Максим, привет. И остальным. Второй день без электричества, кучу херни на телефон пришлось скачать, чтобы стримы смочь смотреть. Единственное, что настроение спасает, как кидать не через алертс. Бля, братан, спасибо большое за донат. Не через алертс, да как-то, наверное, и никак. Нужно сделать мне новый кошелек, который будет на другом сервисе. Соболезную, типу. Ну ты потерпи там пока, пособирай деньги, покопи. На Макс, тебе соболезную, Дима. Слушай. Блядь. Ну да, я представляю. О, я зашел в пустой. Когда интернет есть, свет есть, наверное, блядь. О, зайдешь по Диме, а я по тебе. Все книги, всю мангу, да, сейчас. Все видео, блядь, все надо нахуй на телефон скачивать. Только, бля, быстро, бля, вы не успеете, вам надо быстро, потому что тут уже Дишка на Мидамару, тут уже зашли, типы. Надо побыстрее, знаю, быстрее. Нихуя. Я пытаюсь тоже. Блядь, майте. По Максу зайти. Майте спут, все, я джойнюсь. Нам за хватит, user your attempted to join, блядь, has left experience. Не-не, подожди, я не подгрузился, я только джойнюсь. Я понял. Здорово, пес показал нарезки твоих стримов девушке, теперь она под них засыпает, хорошего стрима, блять. Это реальная история? Это все реальная история? Бля, вот вы даете. Понимаю место. Так, request experience is full, retrying. Бля, пацаны, ну дайте слот типам. Давайте я попробую найти пустой, потому давай. Что у меня в друзьях никого нет, по мне не могут зайти, давай, я давай. Так понимаю. Ща. А нет, не Атошка, Ипач, все онлайн. Мидамару, Дишкан. Так. Чех не режим. Ой, я зашел на вообще пустой, фул пустой. Давай, так. Джойнюсь. Так, чех не режим Ace of Spades. Мы с пацанами в общаге в него играли час. Последние бабки кидаю. Спасибо за стримы. Надеюсь, не пропадешь. Сделаешь что-нибудь, где уведомления по этому поводу, типа телеги. Бля, да, мне самому... Мне уведомления о моих стримах с
с этого, с Дискорда приходит через 2 часа после того, как я отключил стрим. Макс, да, зашел... такая же тема. Что за хуйня, да, вообще бред? Нет, твои мне сразу приходят, а мои почему-то тоже, типа, когда уже оф. Может, это какое-то это? Бля, теперь я не могу к вам зайти. Макс, если зашел в Sonic, чекай игру Haste Broken Worlds. Что это такое? Дайте слот, мужики. Мужики, дайте слот. Бля, они стоят АФК, блядь, на базе эти гандоны. Этот перекачанный, у него, блядь, 10 тысяч пчел, нахуй. А, это какой-то... А, я видел эту игру, типа, блядь, они просто какие-то делают какие-то инди-разработчики. Просто надо бегать, успешно бегать, удачно. Я не понимаю, какие проблемы сделать такой бег, нахуй, в MMORPG. Они делают, блядь, огромные пространства, на которых потом заставляют ходить, летать и карабкаться, ползти, как долбоебу. Нет, чтобы у тебя персонаж... Dreams? Нет, какая-то игра Landfall, что-то, блядь, еще не вышло. Какая-то инди-залупа. Похоже на Dreams на PlayStation. Ну, приятно бегать, и что, все, нахуй, бегать и все. Заебу. Слушай, Максим, они делают огромные пространства и дают тебе в них просто ходить, чтобы ты подумал, что игра охуенно огромная. Чтобы я, блядь, купил маунта за бабки, реально. Надо делать туристические ММРПГ. Лобби заполнено, блядь. А, не, подожди. А, не, зашел. Максим, меня модели забанили за то, что я первый написал «Спокойной ночи, хуйсос, разбань, умоляю, XBQ», ну, бля, резон. Не, бан заслуженный, нет? Заслуженный, но разбан тоже заслуженный, за бабки. Так, не кот, конечно, он тоже пойдет. Че, тебя пустили? Да. Бля, пацаны, мы троем тут встретились. Угу. Бать, попугаи страшные, если их на плохую камеру фоткать. Реально, он какой-то, блядь, на динозавра похож. Так, что там по дозорам? Ты меня знаешь, что через месяц досмотрим дозоры? Нет, дозоры досмотрим завтра. 100%. Так, учебник по пчелам мне нахуй не нужен. Я, блядь, просто буду сейчас фармить. Чего, блядь? Откуда у тебя уже столько яиц? У кого? У Пута? И мы. Не, вот я тут. А, ну вот я. Да, это жестко. А я играл разочек вне стрима. Разочек? За разочек столько пчел? Ну, часа 2 я тут просидел. Так, тут надо у медведя квесты брать, да? Да. Возьму. А я забыл, где продавать, бля? А, у себя. Лотереи. Привет, это черный медведь. Знаток меда. Так, что ему надо было? Соберите 100 пыльцы. Йо, я черный медведь. А, 100 пыльцы с того момента, как он мне сказал собрать. Ну, блядь, ты интересный медведь. А где этот медведь? Да вот справа от этих самых, если на улья смотреть. Вижу, да. Справа. Так, чё, какой квест? Поднять пчелу до 2 уровня. Так, feed one treat to your bees. А сколько стоит treat? Feed за 100 мёд. Так, чить 100 мёд. Увеличивает вашу пчелу. Могу себе. Лакомство. Так. Солнечный год в черному медведю плюс 1 угощение. Берите 5000 красные пыльцы. А где красная пыльца? Красная пыльца на красных цветах. Спасибо большое. Ну я вот сейчас копаю красную. Не завидуй. Так, ничего не могу сделать, ну-ка. Блять, эта пчела помечает какую-то область, я там должен копать, кто бы знал об этом. А, во-во-во.
Как этой хуйне дать? Так, наверное, надо пойти. Пойти сдать пыльцу и там попробую. Тизи, а NFT это разве еще тема какая-то? Да, есть такое. Тема. Танки. О, ес, я скормил, блядь. Я скормил своей пчелке, блядь, лагом. Вообще было ништяк. Это была такая связь у нас с ней ментальная, когда я это делал. Бля, мне очень понравилось. Я хочу еще накормить пчел. Какие-то бафы нахуй навесились. То есть ты ради бафов их кормишь? Я не, кормлю, не, чтобы не. Им приятно было. Не-не-не, это просто как приятно то, что это происходит. Я пойду еще пчелу накормлю. Подгон босяцкий. Мне не жалко вообще. Тизи. Ну, находи нормальную работу, ну, не с белой зарплатой, и погнали Вов со мной элементали убивать, так охуенно. Бля, ну это вообще реально охуенно, если честно. Если честно, я вот прямо сижу и чуть не вижу от радости. Так а Вов вышло, да, все-таки вот это дополнение новое? Да, вчера в 2 ночи. Ой. Так, соберите 250 пыльцы с поля одуванчиков. Это вообще где? Это посередине, короче, поля. Ага, окей, окей. Так, что, еще одну скормлю? Выпчили. Класс. Нихуя не дали. Бетон-бетон пишет. Макс собрал 100 пыльцы, что дальше? Он не принимает. Не может быть, братан. Если ты собрал 100 пыльцы... Приходишь к нему, он их по-любому заберет. Не, Дишкан, Fire Warrior мне не заебись. Это, знаешь, это форма селф-дистракта, как выкурить 5 сигарет зачем-то за раз, типа. Вот такая Fire тема. Ходи с зимой без крапки. Это шутер на консоли 2003 года по Вахе, где ты за Тау играешь. А. Я эту хуйню сейчас на стримах прохожу. Тау, блядь. Угу. Имперсов хуяришь. Я подумал сразу, Вов, мне постоянно выпадает, короче, реклама в Ютубе пиратского сервера по Вовке, где ты на персонажа выбираешь 3 любых класса и комбинишь их между собой. Типа ты можешь быть фаермагом, вориором, хантером, блядь, одновременно. Я понял, Тао, теория автоматического управления. Да, самый уебищный предмет в универе. Плюс-плюс. Пицца 1000 меда, могу. А базовое яйцо взято. Кстати, все отпустите, пожалуйста. А вон, там билетик надо использовать. О, тут есть мама-медведь. Нихуя, это какие-то типа продвинутые сумасшедшие полы. Так, медведь, блядь. А ну-ка нахуй. Подожди-ка. Как использовать билет? Нет, Тау крутые, что у них эти мехи есть. А так? Пижи некронов Вахи пока не придумали. Маточное молочко, пацаны, я нашел маточное молочко, не стоит. По карманам, ебать, пацаны, забери. Возьмите нахуй маточное молочко, оно превращает пчелу в редкую, эпическую или легендарную. Мне сейчас серебряное яйцо дадут еще чуть-чуть, и мне серебряное яйцо дадут, я вообще буду самый лучший. Ну я очень советую. Блять. Обычная пчела, и ты его все ебал. Сейчас редкую тебя ебанем. Да, обычная пчела нахуй не нужна. Пчела-смотритель. Обычная пчела нахуй не нужна. Пчела-смотритель зеленая, редкая. Эта молчаливая пчела всегда наблюдает и получает ценную информацию. Что это может значить? Сейчас мы ее нахуй задобрим просто печенькой, блядь. Пролечим пчелок. Бам, нахуй. Пчеленькой. Пчеленькой, пчелепеченькой. Пилипченькой.
Так, пчела-смотритель. Количество плюс 3, что-то там, блядь, критический шанс, 20 секунд. Какая-то вообще ебатория, блядь. Я не пойму, куда использовать свой билет, это самое обидное пока что. А, 650 меда. 800 меда. Я иду спать, ББ. Если завтра, если ты не подрубишь раньше и не подрубишь фильм, я тебя высосу как тюбик, как зубную пасту выдавлю вот прям так. Бля, звучит... Добра тебе, хорошим звучит снов, прикольно. Чмок. Чату тоже. Звучит прикольно, я бы согласился, но... Но если бы ты на камеру не снимал и никому никогда такой хуйни не рассказывал, я бы согласился на это. Завтра все будет, завтра все будет. Ложись спать, спокойной ночи. Мы будем пчел копать. Так, мне нужно больше меда. Куда больше меда, блин? Это дуванчики? Да, это дуванчики. Нихуя, мне нужно 5 пчел покормить. Каких 5? У меня их 3 всего. Я того все ебал. О, блядь, пыльцу вернули. О, блядь. Делайте пчел. Вот так вот в Саратове живешь за своим маточным молочком, не уследил, уже 5 пчел кормить надо. Бля, собирайте, пацаны, собирайте маточное молочко, это лучшее, бля, что смысл. Вон одно на грибе там, не знаю, как туда попасть, правда. Коля, давай я провожу к маточному молочку. Подожди, у меня сейчас это мед сделается, давай потом проводишь. Окей. Не подсматриваю, как я мед делаю. Окей. Не, не буду смотреть, как твои пчелы мед делают. Секретная технология. Они там жопами крутят, я вижу в этих ячейках. Так, чё, где маточное молочко? Все, погнали. Сейчас тоже отдам на это, на производство. Маточное пчелочко. Тоже нормально. Пчелаточное пчело... Все. А ты чат читаешь, да, Ярик? Ну так. Надо получше, да, читать? Да не, кто... Ну, кому надо прорвутся, правильно? Ну да, а ты по все сообщения читаешь. Но не вслух. Не вслух, реально, не почему, вслух. Сука, за все это время, за все эти годы не вложились в какую-нибудь хуйню? Коля, гоу, скинемся, короче, давай я приеду и, блядь, купим тепловую пушку, будем потолки тянуть натяжные. Или гоу какой-нибудь бизнес, гоу поработаем. Гоу, короче, в натуре купим маточное молочко. Ой, мы не сюда пришли, выходим. Купим маточное молочко, короче, и пойдем пасеку свою держать, медом торговать. Но мне кажется, потолки тянуть пизже. Забирай. Сейчас тема натуре. О, маточное молочко в отнеси, натуре есть. Отнеси его и накорми свою пчелу, и она станет не обычной вот этой вот херней, а вообще, блядь, заряженной. Я думал, ты прикалываешься. Здесь говорят, мужики, я с вами, блядь, мужики, я с вами. Мужики, кто с нами? Блядь, погнали уже, соберемся нахуй в складчину и какой-нибудь бизнес ебанем. Чем мы как лохи? Прожираем, просираем только бабки. На туре пчела из снега, она волшебным образом ожила после того, как кто-то надел на нее цилиндр. Бля, у меня снежная пчела. Красивая. Эпик. Эпик, блядь, нихуя повезло. А где найти... Sunflower seed, бля. Ты такое не спрашивай. Это смотря кого спросить. Блядь, 500? На черном рынке такое продается, но я тебе советовать адреса не буду. Так, я... Бать, у меня жопа болит на этих барных... Как-то связано боль жопы, что они именно порнушные? Боль жопы. Абсолютно связано, потому что на них сидишь с тазом откинутым назад. Блять, потом держивают, что не могут, не поздно. Привет, чувак, привет. Среди геморрой так не заработай. А я вот из того, что слышал, как будто его вообще от всего можно заработать. Геморрой? Угу. Лучше заработать, чем потерять. Заработал геморрой. Нет, не страшно потерять. Без мамы, папы. Потом еще раз можно.
Слушай. Да, геморрой это вообще, блядь. Знаешь про геморрой? Почему это самая плохая болезнь? Жопа болит очень. То, что будет у всех? Не, это потому что, короче, и сам не посмотришь, и другим не покажешь. Кто не рассказывает про геморрой, хотя геморрой у всех, блядь. Максим, все мы прекрасно понимаем, что надо будет. Мы все вот тут четвером, кто в Дискорде, в круг встанем в человеческую многоножку и друг другу покажем, друг другу посмотрим. Я только в тебе не сомневался, в твоих вот этих вот наклонностях, знаешь, вот этих вот как у... Так не поможет же. Ладно, мы показали, помогло, оно же не поможет. Что ты как настоящий варяг, как, блядь, этот сын Сварога, блядь, готов с братьями разделить проблемы, встать в круг, показать жопу, не проблема. Как там у японцев в том аниме про русала японцев. Было? В аниме про японцев, там, что говорит, нагота — это древняя японская традиция. А в плюс, если бы накормил Ярика маточным молочком. Тра-т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 а
Синяя пыльца никак вообще не отличается, да, по большому счету. Ну, короче, цвет пыльцы только для квеста влияет. Да. Здесь не хватает натуре какой-то хуйни, чтобы быстро бегать, чтобы можно было купить ботинки я себе. Я уверен, это можно купить. Кстати, там слева, видите, тоже какая-то маточная молочница. Слева, если на сото смотреть, в окошке лежит какая-то хуйня. На грибе еще одна. Пойдем посмотрим. Сейчас я мед доделаю, пойдем посмотрим. Это, наверняка надо уметь какую-нибудь хуйню, типа летать или еще. Донатное говно, думаешь, да? Абсолютно, давай проверим. Бля, ты купил Сейчас. Ножницы? Я хотел купить ножницы. Угу. Они там остались, я не последние взял. Проверю. Так, так, опа. Опа. Оно за стеклом, блядь. Блядь. Как обезьяны. И вот там еще есть. Здесь 20 левел нужен проход, да, я так понимаю? Нас дразнят маточным молочком, блядь. За стеклом. 20 пчел надо, чтобы пройти. Ладно, на грибы-то мы сможем подняться? Погнали на грибы. Пойдем, да, я тебя найду. Это цикада. А ты где? Бля, Стизи, ну, я не знаю. Пока есть Dragonflight свежий, новый, имеет ли смысл? Да, Легион, это лучшее дополнение. Блядь, божья да, коровка на меня. Денег просто нету. О, мои пчелы ее напиздили. На, сука. На, сука. О, блядь, она мне мед принесла. Клубнику дала. Так, ты где? А, давай, вижу. Давай, давай. Че, ее просто хуярить? Ее пчелы хуярят. А-а-а. С нее клубника... Ебать, тут одни красные. С нее клубника падает, это вообще кайф. Да, меня жалили пчелы. Неприятно. А где... Где подсолнухный семя подсолнуха найти? Бля, он меня осеменил, блядь, белым. Забирайся сюда наверх. Ты куда? А, иду, иду. О! Ибо, давай я за него отвечу. Он не будет рассказывать про блядь. Эксперименты в нежном возрасте. Какую тряпочку, блядь, пыльцу нюх. Это уже третий раз. Маточное молочко есть. Есть. Подожди, так его можно лутать бесконечно, оно спавнится каждые 5 секунд. Или мне... Ну что, да. Еще залутал? Ща попробую. И попишу. А, нет, оно Макс, недоступно спасибо. Для меня. Так. Я слил билет на мед, блядь, я что, ебанутый? А как билет юзать по-нормальному? Вот там это...
Один билет стоит. Ой, бля, у белой медведицы красиво еще класс взять. 553 меда дали. Это мать медведь. Ахуй. Корми 5 своих пчел, нихуя себе, у меня нет столько. Во-во-во, та же проблема. Так, и поднять пчелу до 5 уровня, надо, наверное, блин, что лучше сначала купить, ножницы или пчелу? Так, давай, пчел, пробуем. Давай мне, дай мне пчелу, пузырьковая пчела. Пузырьковая, класс. Пенистая. Ничего она не пенистая, блядь. Блядь, темнеет, пацаны. Дурак, блядь. Дурак, ну дури, нахуя, говорит, на пчелу мою так. Они мне так нравятся. Чисто мои пчелы. Пойду за ножницами. Сизи говорит, да я только поэтому в Легион зову. Если были бы деньги, я бы уже шлепал вареник Алекстразе. Это потому, что она мулатка оказалась? Шлепал. Шлепал вареник. А я все еще размышляю. Меня, конечно, жаба дико душит заплатить за Dragonflight, блять, но... Но немного охота. Ну, Максим, я так скажу. Я заплатил. Я знаю, что ты заплатил, но ты бы заплатил, даже если пришлось у бабки телевизор украсть, блять, ради того, чтобы проплатить. Максим меня знает. Так, накорми 5 пчел, сейчас я еще одну возьму. Бля, 5 пчел купить это дохуя, ебать. Четвертая пчела уже 4 косаря стоит. Блядь, а третья? Третья 2500, по-моему. Нихуя себе, дубага. Угу. Хоть ножницы нормально фармят. Бля. Угандан Брюс Ли. Вот такой тип человека. Угандан? Угандан Брюс Ли? Да, Угандан Брюс Ли. Угандан? Может, Угандан. Говорит, провальная залупа с элементалями пениса. Следующее сообщение. В Next году 7.0 патч в финалке. Это взъеб будет ММО индустрии, говорит. Слушай, что там про элементали? Реально что-то завелось. Это правда, что все там какая-то новая раса драгонитов, и все ее пикнули? Ну, она новая, поэтому ее и пикнули, конечно. Но вообще, но они, говно, короче, да? Они и класс, и раса одновременно. Ага, бля. Они могут быть только одним классом своим, вот. Никто, кроме них, ими быть не может. И, ну... Я еще не играл за них, но выглядит, конечно, пиздец Фурия. Но а я где не... синее поле кто-нибудь в курсах? Право от... с элементами пениса, а не элементалями, блядь. Кутакбаш, блядь. Ты че на эйку? Ну не умею я читать, блядь. Не умею. Я умею кнопки жать. 1, 2, 3, 4, 5, чтобы кидать щит, кидать молоток. Все. Да-да, от пчелиной музыки что-то давление растет постоянно, не знаю. Так это, приподнимаешься, взлетать начинаешь, пчелиный танк. Где грибное поле, бля? Мне кажется, это прямо, потому что там грибы. Коля, погнали бизнес. А это хуйня. Какой? Блять, какой-нибудь, давай хоть какой-нибудь. Онлайн-магазин. О, нет. А что вы продавать будете? А что? Зачит нахуен. Давай спутники свои запустим. Ебать, давай, куда?
Смотри, эта тема сейчас этот iPhone сделали, они спутники свои запустили, чтобы с железками поддерживать связь. А мы тут выходим, и у нас тоже спутники к нам приходят. А сейчас же все будут как iPhone делать, и к нам ага. Xiaomi приходит, и мы им бамс нахуй. Дайте нам свой спутник, а мы нахуй. Бля, я думаю, у Xiaomi есть свои спутники. Но у нас тоже будут. Чё ты, блядь, знаешь нахуй, у Apple нет своих спутников, у Xiaomi они откуда высрутся? Так там-то и дело, что все спутники, что делаются, это Xiaomi. Ты что, вкладываться в спутники? Подожди, спутники. Нет, я не говорю, блядь, нет, удачно вложиться — это хуйня полная, меня заебали, это только тиктоки можно снимать, как удачно вложиться. Надо неудачно вложиться. Во, неудачно вложимся, либо бизнес, хотя это одно и то же. Но гоу. Максим. Танки 2 могут получиться. Нет, давай нет. Ты не сейчас будешь вкладываться в бизнес. Блин, ты вообще не понимаешь NFT, бизнес. NFT-спутники? Блядь. Давай тепловую пушку закажем, возьмем натяжной потолок и продадим. А если потолок не натянется? Прогорели, значит. Бля. О, блядь, она баблы умеет делать. Я съел. Ебать, базовое яйцо 23 тысячи, сука. Я приеду в Сербию, и мы, короче, там оформимся и откроем бизнес, блядь. Ага. Что будем делать? Не веришь, да? Не, верю, я спрашиваю, что делать, блин. Ну, блядь, что мы умеем? Билетик нашел. Пчел умеем подчинять. Пчел, хотелось бы. Что говорят, в Сербии очень воздух грязный. Давай стартап, очистка воздуха. Билл и Гейтс нам приезжает, денег дает, потому что мы за природу. А как будем чистить воздух? Чисто легкими? Ну. В центре города стоим, активно вдыхаем, выдыхаем. Активно вдыхаем. Надо какую-нибудь приблуду придумать, чтобы в рот запихивать. Ага. Типа кальян? Вот, блядь. Бля, кальян, который очищает воздух. Это слышишь, Максим? А? Я сидел с Лехой в Дискорде пару дней назад, рисовал на графпланшете и говорю Лехе, бля, вот бы в стилусе была дрипка. Сразу. Да, тема, кстати. Леха говорит, это хуйня. Надо, чтобы там мундштук от кальяна был. Не, слышь, а в натуре, если кастомный стилус сделать с дрипкой, это же будет вообще угар. Да, да. Тем более, что большая часть стилуса внутри полая просто. Храбрая пчела, вот редко. Храбрая пчела, блядь, мне больше всех нравится пока что. Так, накормлю ее. Потом накормлю клубникой вот этой. Еще накормлю вот это. Открой гейм-клуб. Это как у Ваномаса было. Ваномас-арена его. Блядь, так давайте что-нибудь, давай, ну, Коля, ну, что? Я-то всегда рад, ты мне бизнес-план предоставь, ты что? Окей, ладно, я что-нибудь придумаю. Без тепловой пушки. Без тепловой пушки исключить из плана? Я тогда не знаю, как тепловая подняться. Тепловая пушка звучит как прикол, не могу я представить, что мы приходим на серьезных чавах, такие, дайте нам тепловую пушку, мы бизнес открываем. Да мы два потолка натянем, нахуй, потом нас натянут, слышишь? Потом возьмем это самое, на удаленку сербов-гастарбайтеров, блядь, они будут за нас делать. Ну ладно, подожди. Бизнес-план, короче, да? Но ты готов поработать? Зато потом, прикинь, как прикольно будет, купим себе, короче, по Hyundai Accent, бля, прикинь.
И ты будешь сидеть, ты работать не будешь, ты будешь сидеть, короче, в нашем офисе, где будет тебе кальян и PlayStation 3. И ты будешь, короче, на телефоне тупо сидеть, и тебе будут звонить, и ты будешь hello, ты будешь hello, салют. Он оценивает свои возможности здраво. Песней отвечать этого Озона. Hello, салют, блядь. Брейса Брэшта, блядь, нума, ей, нихуя делать не будешь. Максим, блядь! Мы игру, может, доделаем? Погоди, я вспомнил нахуй вообще-то, что у нас готовая игра есть, игра, блядь. Не бизнес. Для которой игра... только текстуры на тюре. Ярик, тоже приземлись давай. Игра не бизнес, игра — это творчество. Слушай, я в натуре, взлетел. Блядь, я не знаю, как так происходит, но есть готовая, абсолютно готовая рабочая игра, осталось нарисовать текстуры. Я говорю Ярику, блядь, и Лёхе, рисуйте, ёб твою мать, я все равно не умею. Нихуя не говоришь, мы пытались, не рисую, мы пытались. Блядь. Вообще не делают, да? Нихуя не делают, они за меня игру не хотят делать. Да. Мы тебе предлагали за тебя ее делать, ты говоришь, два месяца сидим, в ёбаном дискорде, два месяца подряд говорю, нарисуйте башню мне, ёбаный в рот, на главный экран, башню сделайте, какую? Нарисовали тебе башню, я тебе отрисовал 10. Башни. Где ты так и не выбрал какую-то. Это неуважение. Это неуважение, плюс неуважение. Я отрисовал тебе 10 башней, еще 100 сгенерировал в нейросетке. И даже нечего свое оправдание и... Это двойное неуважение. Ты говоришь, на следующем созвоне я выберу башню. Следующего созвона не случилось, блять. Рабочая игра уже есть. А художники рисовать текстуры не хотят, нахуй. Говоришь, сделай башню, башни нету. Но это невозможно, блядь, работать с этими людьми. Вы знаете, что он с художниками... Он башни только думать привык к своей. Да. Ему башня только мерещится, блядь. Он сидит, блядь, представляет, башню слюну пускает. Я не знаю, слушай, я вам говорю, с художниками невозможно работать. Это такие своенравные люди, блядь, они вообще... Хуй на тебя ложили, вот так скажу. Но я скажу, про справедливости ради, я им ни копейки не заплатил, поэтому, блядь, я понимаю, в чем проблема. Да мы нам не нужны копейки, блять, мы партнеры, Максим. Я хочу просто сделать игру. Мы половые? Тебе говорим, ты скажи, что делать. В первую очередь. Мы тебе говорим, скажи, что нам сделать. Мы сделаем, пока ты вала идешь, мы все понимаем. Серьезно? Ты говоришь, все потом прям решим. Он такой молодой, он так еще слышишь, как он еще прям что-то пытается доказать, да, что-то да, кого-то. Да. Да. Что типа вот так вот взял и сделал. Это ж не так все делается, Ярик. Здесь и сейчас я теряю веру в будущее. Это ж не с нахлёсту вот так вот. Вот не, с Ярик, этого отвечаешь, я не жду уже. Ярик, отвечаешь, что Лёша нарисует башню? Отвечаю, блядь, Лёша только этого ждёт. Ты не поверишь, но он буквально каждый день мне это напоминает. Я даже готов заплатить, я даже готов взять на работу настоящую. Даже можем оформиться по ТО, блядь. Ты уже Леху оформлял, блядь. Если башня до сих пор не зашилась. Ты все можешь, мы это понимаем. Не давай зажило, блядь. Давай созвонимся хоть разок спустя эти полгода. Ну мы договорились завтра с Лешей созвониться, так что давай присоединяйся. В смысле вы договорились? Блядь, я с Лешей почти живу, нихуя его не договаривали. В смысле, ебаный рот, мы с ним, ты че... Спроси у него, мы в телеге договорились завтра созвониться. В твиттере списались. Да? Да. Я уже нахуй никому не верю, почему он мне не рассказал. Сука, это заговор против меня, тебя и Лёши? Ну мы в итоге тебя бортанем, да, если хочешь заранее знать, я тебе скажу, да. Я вам все концепты нарисовал, суки! Мы твою долю в акциях размоем. У меня нет доли, блядь, я за бесплатно. Бля, это реально. А мы ее размоем. Типа, вот это как с Цукербергом поступили. Типа можно взять и размыть. Наоборот, как Цукерберг поступил. А, нихуя он жесткий. Ему, наверное, какой-то юрист помог умный, блядь. Просто я не понимаю, как так можно там же взять. Показывают. Ты смотрел этот фильм? Да, смотрел. Там же показывают, там и есть намек на то, что он сам ментов вызвал на кента вот этого второго своего. А за что, тут травку курил? Да, да, ну не травку, там что-то пожестче вроде, типа того, что показывается, что полиция приходит с нихуев просто, и он сидит, и он специально до этого говорил, что типа, да я не пойду, ладно, идите без меня. Я только на второй раз, когда смотрел, понял, что это намекается на то, что он сам, блядь, пошел и своих кентов сдал. Сукин сын, блядь, размыл акции, так деньги хотел, что кентов предал. Но у меня такая же хуйня, если что, так что знаю, Ярик. Но, бля, слушай. Чё? Сукин сын Цукерберг. Цукерберг, Цукерберг. Это, Максим, давай как-нибудь, что-нибудь созвонимся.
Завтра, да. Слушай, Туфик, блядь, да комп вроде есть, я хуй знает, но я вот последние стримы я стримлю с ноутбука, и прикинь, ноут вывозит стримы пизже, чем, блядь, мой обосранный комп, блядь, на коленке сделанный. Ноут лучше, пиздец, я в шоке. Где, блядь, это семя подсолник? Подсолника. Вот теме. Подсолнухи здесь, если смотреть на улья, то справа подсолнухи будут. Так, а семя где? Нет, на такое я не отвечаю, я приличный. Бля, у меня уже нервное это, Максим, ты меня доведешь нахуй. Слушай, ну я, скорее всего, тебя доведу. Но это будет ништяк, это будет как в этом, в Берсерке. Я, то есть, тебя сломаю твою волю так, чтобы ты чисто слюну пускал, и буду тобой управлять. Ну это смешно, ты зря смеешься. Увидимся в суде, сука. А, погоди-ка, если накормить вот так, вот так вот. Засчитаю? Да, засчитала. Надо еще печеньку. Дискан пишет. Ща патч в Таркове выйдет, все остальные ММО закроются, все, забей, говорит. Блядь, Тарков. Риплоток пишет, Тарков лучший стрим. Тарков это там, где насрано? Да, ты угадал. Именно. Помню такое. Давно насрано. Блять, а где еще печеньку взять? Я, блядь, пыльцу состричь пытаюсь. Печеньку в магазе можно купить возле мамы медведя. Дорого? Нет, 300 вроде. Ты сколько хату снимаешь? За 200. Тысяч? Угу. Нихуя себе! Сколько комнат? Одна, блядь. Ладно, Максим, давай созвонимся, когда тебе будет удобно. Я понимаю, трудное время. 200... Я не давлю на тебя больше. За 200 меда. Не бартером берут, как в средневековье? Ебать, еще как берут, ждут каждый день. Баночку. Подсолнечные это? Так, сколько это в евро? Что-то около 400. Это дохуя. 400 евро, я, да. Я снимаю однушку за 20. Буквально в 10 раз меньше. Фью, Максим снимает, блядь, 200 тысяч тенге. А в рублях это сколько? Ёбан рот, Ярик. Ёбан рот, Ярик, а ты что думал, Ярик? Я подумал рубли, ёбан. Я уж думаю, ну... Ёбан рот. Ну ты даёшь ёбан рот, ё-моё, блядь. Ёб твою мать. А сколько это рублёв? Нихуя, блядь, не бал мне. Так, ну дай посчитать. Блядь, ну 400 баксов, сколько это там? 25 получится, тысяч где-то? Ушесаев. Семочку подсолнечную, заряди мне, тварь. Странно, что у вас семочки процветают. А те ананасы? Ё-моё, Ярик, ну ёбан рот. Так, всё. Не, ну я почему как бы, ну, легко как бы в это поверил, потому что вот у меня в представлении у тебя бесконечное количество денег. Ты как в алхимии можешь просто в золото превращать что-то. Ну, и меня это радует, как бы, вот, я думаю, ну, блин, Максим, много денег, наверное. Не, на самом деле это примерно так и работает, у меня, типа, бесконечное количество денег, но оно, как бы, знаешь, недоступно для меня, оно вот в космосе витает, вот космос мне выдает сколько надо ровно на ситуацию. Ну, иногда приходится на дошиках сидеть, но денег все равно бесконечное количество. Ну, то есть, у тебя оборот денег в твоей жизни абсолютно такой же, как у всех людей, да, но ты еще придумал космос. Ну, типа того. Понял. А где Леди Баг, бля?
А, они, короче, под грибом спавнятся. Это паучок просто. Ебать, а у меня паучок. Нахуй теперь сумка на 3500 меда. Обсоситесь. Обсоситесь. Меда? Угу. И магнит лака. Нахуй в руке. Все, я магнитный. Да сколько ты потратил на приблуды? Опа-опа, смотри, нравится? Да, у тебя мед с пестицидами, с тяжелыми металлами, как он магнитится. Нет, зато на самом деле, блядь, выглядит слегка глупо, я извиняюсь. Все, забудь, блядь. Хорошо, что извинился. Дружба дружба и пыльца врозь, блядь. А, прикинь, конкуренты по бизнесу, типа, бля, у меня магнит, он выглядит глупо, я извиняюсь. Со мной не ходи, я тебе все поля выкашу нахуй. Чё, говорит, сука, говорит, ищу леди баг, которая будет лизать у меня под грибом. О бой. О бой. Ник, ты ник не прочитал человека, это дополняет картину. Поп-поп-поп-попка. Поп-поп-попка. Зачёт. Бля, если честно, сегодня планировал подготовиться к собеседованию, а по итогу мед делаю. Да мы по итоге бизнес, блядь, откроем с помощью сегодняшнего. По итоге бизнес. Я как таджик начал разговаривать. Это, ну, блядь. Давай купим старые приоры. Бля, он продолжает. О, блядь, ну что он говорит, чтобы я принес блядскую червику ему, блядь. А, нет, стоп, а что такое? Ты нашел Sunflower Seed? Да, да. Оно на поле вот этом, которое, где подсолнухи иногда падают. Да, ну или его можно купить вроде. Максим, тебе надо просто, ну, доделывать рекламный контракт и все. Деньги будут. Бля, в натуре, ну это все, знаешь, это тоже, блядь, я вот этот на саспенд ставлю, блядь. Типа я их почти доделываю, чтобы потом, прям когда надо будет, я их доделал за 5 минут. Такой финансовый экстремал по тоненькому. Да, да, я буквально прыгнул без парашюта. Как это, аутоэсфиксия, когда ты себя ремнем душишь и дрочишь. Вот ты такой же хуйней с рекламы занимаешься. Ярик геймплей. Душишь и дрочишь, про душишь и дрочишь мне понравилось. Но вообще, по факту, блядь, тоже что ли взять этот... А этот вакуум сколько? 14 тысяч? Не, ну дофармлю уж, блядь, до вакуум. Не буду как дурак с этим магнитом ходить, а то у меня сосед, блядь, магнит на палку присобачил, пошел в пыльцу собирать, я в ахуе. Это... Да, да, слушай, в плане финансовой грамотности я чисто даун, вот такой уровень. Ты кайфарик просто, и каким-то образом вселенная это поощряет, и я это уважаю. Ты кайфарик. Я кайфарик, и почему-то вселенная меня простила за это. Ярик, я кайфарик. Вселенная меня простила за это. Ой, блядь, подожди, это я с какого поля это собираю? Но мне все равно нужен этот... Она не то что простила, она хочет, чтобы это продолжалось. Блядь, ну вот что-то у нее есть какой-то план на меня по этому поводу. Я надеюсь, план совершится сам по себе, меня особо ебать не будет. Ну я крайне благодарен вселенной за такой подарок. Делать нехуй. Пацаны, вселенная в чате. А чем сиги в Нур-Султане? Да, дешевле, чем в России, дешевле. Но только сиги, бля, на самом деле сейчас ценник здесь охуевший на все. Ничего не так, дешевле. Так почем? Ну, типа средним пачка 100 рублей. Что-то игра у нас, блядь. Прикинь, пчел копаем нахуй, сидим под утро. А, кстати, сколько у меня времени? Просто ахуй, у меня 6 утра, блядь. Подожди, я перепроверю. Да, у меня 6 утра, блядь. Часы встряхнул. Ну, у меня... Перепроверил, отвернулся. Блядь, меня разъебало, блядь. Разъебало дико? Меня паучиха разъебала на части. Бля, ты чё... Пчелы не помогли?
Не помогли, у нее 100 хп, я думал, у меня пчелы это вытянут. А че за росток розовый такой лежит, стоит, я его дрочу, он ничего. Не дрочится? Не, не дрочится. Че, не дрочится, да? Хуйня, не страдайте. О, я понял, как эти семечки искать. Я понял. Как? А там, короче, листочки такие прыгают над полем, надо туда подходить и их скнуть. О, блядь, пошло дело. Здесь пчел. Тут вздрачи мне росточек срочно. Немедли, не мешкай. Окей, Смикет, меня в Германию перевези и буду тебя дрочить. Если лажем... Это дешево за такое удовольствие. Что из этого удовольствия? Все вкупе. Вообще хорошее предложение, классно. Молочко вижу, молочко, если интересует. Вас интересует. Показать могу. Максим, мне спать надо, уже 2.5 часа. Ты все это время не посмотрел режим, который я скинул в донате, потому что у меня 4 рубля осталось на карте. Я, бля, в натуре обижусь, и контракт аннулируется на выделение 10% от дохода. Братан, пожалуйста, не аннулируй никакие контракты. Давай продолжать отношения с тобой партнерские. Подожди, а что нужно посмотреть? Ты все это время не посмотрел режим, который я скинул в донате. Режим, блядь, чего? Погоди. Молочко! Я иду спать, если завтра не подрубишь. Раньше, Макс, по-братски, добавь в Роблоксе. Так, ага. Ой, друзья. А, режим Ace of Spades. Это что, блядь, вообще значит? Что значит режим, блядь? Это типа... Ты имеешь в виду игру в Роблоксе? Ты так назвал? Ты так сказал режим? Я хуй понял, о чем. Есть такая игра Ace of Spades. Да. Такая роблоксовая шутерня. Steam. А, мапа в Роблоксе, все понятно. А. Ну, давай про... Да, давай про... Не, ну это да, это, судя по всему, еще и мапа в Роблоксе. Ну, сейчас. Еще песня Motorhead. Блядь, 14 тысяч нахуй на пылесос. О, слышишь, а че, росточек сдрочнуть, да, можно, а че? Я его подрочил, он какой-то неинтересный. Реально ничего не происходит. Туда еще и пчелки. Молчаливая пчела. Может быть, если его вместе дрочить, то он взорвется. Непонятно, от него по чуть-чуть убывает, я не знаю почему. Может, мы вместе подрочим? Ну давай, давай. Я ножницами буду дрочить. Я пылесосом. Бля, ну у тебя получше, Варик. Поп-попка, да, Java Spring. Бля, ну это надолго нахуй. Не, какая-то хуйня непонятна, реально. Сколько пылесос стоил? 14к. Ахуй. Бля, он не показывает цену, он показывает, что не хватало денег, а я купил, когда у меня был, по-моему, на руках, типа, 13 или 12 тысяч. А где еще магазы? Я в стандартном уже все купил. Ну вон там, где 10 пчел, наверное, туда вали. Вали, бля. Пизду отсюда. Ну или подожди... Или... А ты проходил там, где нужно 5 пчел, вон прямо? Да, там я был. Что там, типа, не новая лока, просто? Ну, я сделал... Ну, там лока, но там ничего интересного. Так сколько у меня просто... Я играл, типа, 2 часа, я сейчас зашел, у меня квесты ресетнулись, и поэтому я все делаю заново. Так, сейчас... А пыльцесосы старые. Блядь, квесты ресетнулись. Плохо дело. Да тут не особо заебно. Надо божьих коробок и коробок. Что, вы дрочите росток? Не, я ищу печеньки, бля. Мне надо божьих коробок и носорогов трахнуть. Так, давай посмотрим видик про странных существ в глубине океана. Там реально крутые штуки, я в диске дал. Смотрим, да, давай. Ипан, так, ты уже определился, когда будешь переезжать, это пока серьезные размышления. Слушай, мы вот 1 числа будем покупать билет, куда именно, блядь, ну... Так тебя там дед Максим ждет разговора с тобой. Так он поехал в Турцию, да? О. Максим. Нет, еще поехал в лучшую из стран вчера, Дим, после стрима жарил. Нидерланды. А, ебаный в рот, лучшая страна в мире.
Там что, реально вчера типа, взять вчера залезть? Вчера это еще секрет был, а сегодня ты уже на стриме. Говорит, дорого, но пиздато. Понимаю его. Ну так я как-то себе и думал. Кстати, в Сербии почему-то везде висят флаги Нидерландии. Они какие-то кенты или хуй его знает, но я прям много видел. Штук 5, наверное, просто по центру города. То, по-моему, Россия. Че? А? Че? Че? Ну че, че Россия? Че, когда началась Вторая мировая война? Волынская резня? Я не уверен, что это. Можно сейчас хихикнуть или нет? Да, да, можно. Не, не буду. Не, хихикай. Не, не буду. Вы-то... Я единственный из вас все еще в России. Не, я на всякий случай... Не, я на всякий случай, ну, вообще помалкивать буду пока. Ну, тоже правильно. Ой, блядь, тут же долго фармится пиздос. А где ананасы, блядь? Вообще задумайся о том, что ну, в Сербии... Сербия — это страна, в которой бандиты со смешными именами. Типа Гжиштович, Гжиштевич. Главный мафиози Сербии. Звучит как поляк. Не-не-не, это серб. Там все новости вот это где-нибудь. В аэропорту задержан главный мафиози, за которым ЦРУ гонялось 40 лет. Гжиштав. Гжиштен. Гжиштав, да. Жиштович. Гжиштовский. Был взят по личным. А что там за история была, блядь, когда какие-то приехали, блядь, в московский аэропорт, какие-то Кабан Ивановичи приехали откуда-то, блядь. С 4 миллионами? Да, да, да. Помню тоже. Вообще пиздец. Их, короче, скоманули на бабки прямо в аэропорту. Ну они как-то вообще, им как-то вообще похуй. Им похуй, 4 миллиона говно. 300 в Штанович. 300 в Штанович. Да, 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 такие. Кайфово. Блять, очень печенька, блядь. Бля, в Чехию уезжают, в Нидерланды, блядь. А где ты, блядь, пылесос нахуй? Ну-ка, смотри, вот он пылесос, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Че со своими ножницами дрочишься? Сейчас, сейчас, блядь, соседушка. Давай, давай, глотай пыль. Я ж знаю, почему у тебя мед лучше идет, блядь. Че ты пчел, блядь, какой-то виагрой кормишь, блядь. У него мед магнитится, блядь, подумай, он точно муклит. Тебя все рыльца в пестицидах, блять. Я своих пчел отборными печеньями и черниками кормлю. Так, блять, сейчас сделаю. Поешьте, поешьте. Подожди, я что, утилизировал просто? Нет, вроде все выпал. Да, Чинварди, самое смешное, что мы бы к этому моменту посмотрели два дневных дозора, блядь. Прикинь, нахуй. Ну, блядь, делать нечего. Понял, типа. Нихуя, слышишь? За паука дают столько ништяков. Угу. Ананасы тут видел? Ни разу. Ух, бля, мне как? Выдали вообще от души. О, бой. Блядь, я ананасики. Ой, ну да, как бы с Казахстана надо немножечко по съебам давать. Здесь уже срок пребывания заканчивается. Да и в принципе, типа, что на холоде сидеть, блядь. Надо ехать попробовать что-нибудь новенькое. Хоть пока совсем старый не стал, хоть мир посмотреть. Ну а чё, пацаны интересно рассказывают, что у неё эти в Чехии, эти, блядь, в Братиславии, эти, блядь, в Нидерландах, как они вообще туда попали. Я-то думал, это настолько невозможно, что, ну, типа, вообще, ты на лицо смотрят, говорят, запрещено. А нет, просто пускают, просто живешь, кайф, блядь. Ну, не прям все так легко. Ты, кстати, ну ты же выезжал, рассказывал. Я же, по-моему, не говорил. Я выезжал, там сидят эти погранцы,
Я когда ездил в Корею, там тоже нужно было погранцов проходить. И там были старые, ублюдские погранцы такие. Они прям смотрели на тебя и пытались найти, как доебаться. А тут я захожу, молодые сидят, да-да-да. Молодые сидят, он на меня смотрит, такой, ну что, Николай, на отпуск. Прям, типа, я ему даже ничего не успел сказать. Он такой, ну что, на отпуск, да? Я такой, на отпуск. Он такой, ну понятно, понятно, на отпуск, конечно. А чё, когда возвращаетесь? Я говорю, ну вот, думаю, через недельку домой, да. Он такой, ну понятно, понятно. Ладно, удачного отдыха. И так, типа, чуть ли не подмигивая, меня выпустил. Бля, ну звучит неплохо. Казахи меня тоже вообще пиздато встретили. Я рассказывал историю, говорит? Нет. Ну это была хуй, блядь. Я не знаю, пока в Казахстане стоит ли рассказывать такую хуй, или лучше попридержать рот. А что плохого может быть? Но он меня лично, погранец лично меня просил никому не рассказывать. Тогда пока ты там, не надо, Макс. Ну, бля. Ой, бойню тебе устроили. Да. Ну, это было забавно, пиздец. Бля, какие у меня пчелки молодцы, не могу так Хорошо. Быстро их башит, просто ахуй. Просто 2 секунды и все, и вся пыльца в мед переработана. Заиньки. Ну как, заиньки, пчелки. Я себя чувствую, как вот этот, знаешь, как этот сериал, блядь, про быдло, блядь, из Британии. Там, где этот всеми любимый актер играет, который матерится постоянно. Такого не знаю. Он Рэмси? Не. Блять, как же... Голяк, да. Я вот себя чувствую, там вот в Голяке были два вот этих вот старика, которые друг с другом постоянно пиздились и ссорились. И один за другим все повторял, блять. Я увидел, что у Коли пылесос, пошел в кредит и залез нахуй. Купил пылесос, но у меня при этом хуевая банка, и она забивается за 2 секунды. А я понял про почему. Да, я понял, кто матерится там постоянно. Еще играл в этих, в Misfits играл. Да, но он буквально это его роль дня, блядь. Угу. Он постоянно одного и того же типа играет. Ну себя, да, буквально как все актеры. Угу. Ну не прям все. Ну хотя. Ну. Да. Не нам его винить, не нам его поить. Медом. Слушай, но... а вот кто? А какой из актеров не постоянно себя играет? Я. Ди Каприо. Нет, блядь, Ди Каприо это чисто Ди Каприо, блядь, везде. Ну да, но он постоянно что-то разное, но он заебал. Тут какой-то босс, порочная пчела, приходите ебашить. Ебать, порочная пчела? Да, на этом... На пятерке там, где паук. О, Фейкин Хоникс не Джокера постоянно, блядь, разве? Он один раз сыграл. А, я не могу, там 5 пчел надо. Тот, который вот этот худеет, там толстеет для ролей постоянно, как его. Том Харди. Джилен Холл. А, Кристиан Бейл. Кристиан Бейл. Ну, Кристиан Бейл класс, Том Харди класс. Ну, Кристиан Бейл, блядь, да пиздец. Я даже не знаю, кто хуже пример. Наверное, только, блядь, этот Нео, блядь, из Матрицы. Почему? Ну, потому что Кристиан Бейл в натуре всегда Кристиан Бейл. Эквилибриум, потом он худой, блядь, в механике, потом он толстый в Бэтмене, блядь. Он, типа, крутой, но по-разному крутой, если уж так. Не могу порочную пчелу почему-то убить. Мало она пчел. Очень толстая, но надо, чтобы все пришли. Пойду куплю еще пчел. Бля, у меня в 3 смены пчелы нахуй работают. Так, базовое яичко.
Ты говорил, что где-то есть молочко, мне как бы требуется. Да, да. Могу, пойдем за мной. У меня обычная пчела вонючая, блядь, вылупилась. Я даже смотреть ей в морду, блядь, не могу. Я вот там, где 5-5 нарисовано, прям по центру прыгаю. Видишь меня? Да, иду. Давай, давай. У тебя есть 5 пчел? А, не, ну все, понятно, не надо. Че? У меня нет 5 пчел. Как, ты только что яичко купил? 4. Бля. Подожди, может надо просто квест выполнять? Да, там одно яйцо дают точно за квест, серебряное причем. А собирать с грибного поля? Бля, я потратил, блядь, на яйцо бабки все, мне нужен новый танк, нахуй, для пыльцы. Макс, бля, расскажи анекдот какой-нибудь. Напиши какой-нибудь анекдот, я его прочитаю, получится типа я рассказал. Хорош. Только смешной анекдот, плиз. Про жука и мазь анекдот знаю. Ебёт как-то, а он ему и говорит. Ебёт как-то жук гвозди. Сука, о чём здесь? Фокус, ну давай, давай вторую часть прочитай. Блядь, жук-носорог на меня выполз. Пчёлы, помогайте. Почти 400 человек смотрят, как... Без 15:03 по Москве дрочат пчел. Ну что сказать, лучше стрим. Этих людей надо ценить. Блять, это реально, это так, настолько свои. Это вообще сквадовцы. О, бля, я билетик нашел секретный. Никому билетик не нужен. О, 3 билетика. Билетики юзлес какие-то, если честно. А ну-ка, вот там наверху, на что они меняются? 9 билетов, 6 билетиков, блядь. Там покупается этот буст скорости. Бля, я вот чат нажал. Как закрыть чат? Так, леверное поле, да? Бля, на чат нажать. Шелк. Ебать, на меня нападают пчелы, блядь. Блядь. Как закрыть его? На чат нажми все. Еще раз. Не-не, Дима, не. Шо, не, правильно говорю. Не-не-не. А, сука, полная хуйня надо. Алло. 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 Видимо, не алло. Видимо, алло. Не алло. 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 Да нет, вроде алло. Алло, алло. Ты уверен, что алло? По-моему, не алло. Не-не, алло. Ярика не слышно, походу. Или он нас не слышит. Ярика разъебало. Кстати, Киберпанк Эджранер вышел в дубляже с матюками. Блять, с матюками. А не в садом, не в санном закадре. Так я вообще, по-моему, с субтитрами смотрел. Плюс уши. О, говорит, скоро будет еще аниме по Дзюнзи Ита. И ты моих кошек проебал. Чинарди в натуре, я так и не показал. Аниме Дзюнзи Ита, это которое именно? А, у меня сервис есть. У вас сервис есть? Не, у меня вроде все норм. У меня не копается. Я нормас. Бля, меня просто Дискорд отключил. Возвращаю. Алло, меня слышно? Спасибо. Так. Блин, а как мне к вам бы тогда? Попробую заджойниться просто еще раз. Ну, есть анекдот, но я не знаю, мне его как-то рассказали еще в пиздючестве в школьное время. Но я не знаю, его, наверное, надо к месту рассказывать, либо наоборот не к месту. Но это в нем как бы... Ну, короче, как услышите, так и поймете, я не знаю. Мужик спрашивает у другого мужика, говорит, тебя жена когда-нибудь парила, как ты в туалете дрочишь? Он говорит, нет. И правда хорошее место? Это не анекдот. А, это анекдот, подожди.
Угу. Наверное, его надо к какому-то очень специфическому моменту. А Эйпа реально в Турции? Да, реально, прикинь. О, я его все ебал. Говорит, пиздец, Мак, говорит, офай. Я его этот анекдот, когда услышал еще в классе в 9-м, подошел и однокласснице рассказал. Причем это была местная типа, блядь, королева, блядь, принцесса такая. Все хотели с ней дружить, общаться. Не, правильно, волевой поступок сильный. Я такой подхожу, говорю, хочешь анекдот? Да, я говорю, слушай, мужик, короче, дрочит в туалете. А, не, подожди. Короче, один мужик другого спрашивает. По-другому. Типа, я жена полила, когда дочь. Бля, я еще помню, она на меня таким взглядом посмотрела, типа, ну ебать. Заебок. Если ей понравилось. Ну, ей, в принципе, я думаю, понравилось, но она не призналась. Ну, это телки обычно так делают, нахуй так делать, не знаю. Mm-hmm. Так, росточек почти вздрачнули. Че будет, интересно? Бля, у меня пчелки летают, улыбаются. Хороший я фермер, видимо. Сейчас не очень момент. Когда спать, блядь, да спать уже давно пора было. Надо, блядь, 6 утра. Я в ахуе, 6 утра. Да, спать давно пора. Бля, мне завтра на пары. Спать пора, уснул бычок. Лег в кроватку на бочок. Че, давайте докопаем, нахуй, росточек? Давайте. Тима, не давись пыльцой там. Ты жив хоть? А мне этот листочек, песточек в горло залез. Семочка? Семя застряло в горле. Так, 600 осталось. Давайте, немножко осталось. Чуть-чуть осталось. Ну, и что будет? 29. Бам! И хули. Собирай, блядь. Бля, я тут мед делаю. Бля, тут научить. Просто прорва меда, Коля, ты такого упускаешь. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Ой, бля. И пойди нахуй. Молочко, я молочко залутал, ебать. Ебать, росточки дрочить самое выгодное в этой игре. Ну, по ощущениям. По ощущениям, да. Точно отбивается. Бля, вообще охуенно залетел, слушай. О, у меня редкая пчела крутая. Тип спрашивает, на телефон есть такие игры, чтобы так же чилить, как с пчелами? Но я тебе скажу так, там почти все такие игры, где чисто таймкиллеры блядские. Но в отличие от Роблокса, там требуется хуевая тьма денег, чтобы чувствовать себя. Есть же Роблокс на телефон. Есть Роблокс, кстати, на телефон, братан. Качай Роблокс и все, играешь. Хе. О, ес! О, ес! Я улучшил маточным молочком до красной эпической огненной пчелы, блядь. Ваша базовая пчела превратилась в огненная пчела. Красный эпический, ебать, как яйцо. Бля, она, наверное, полка разъебет с полтычки. Да, да, она нереальная. А, короче, когда она летает, у нее из жопы трейл огненный. Это вообще топ, нахуй. Я таких пчел еще не видел. Ахуй. Так, сейчас я ее накормлю, блядь, от души ананасом. Бля, до паука 19. Маточный молочок. Так а что, вы все? Вы же хотели цветочек вздрочнуть и все. Че, цветочек и все? Ой. Сейчас я квест отдам хоть. Бля, у меня 5 билетов, не знаю, куда их запихать. Там 6 требуется, да? Надо еще билет найти. Так, огненная пчела, ну за мной, блядь. Так, с какого поля, блядь? С синего цветочного, сейчас. Так, сколько, блядь, хочу? Один билет, блядь, пойду куплю что-нибудь сильное. Давай, хуярьте. Ну, выгоднее пёздать этих, блядь, пауков. Да, паука 19 минут. А, вот, блядь, ананасы. Стизи, хороший анекдот, в принципе. Как думаешь? Ну, там, кстати, на другом поле тоже цветочек появился. Но там 500к надо замайнить. Так, а ну-ка, что на арде показывай, что ты там делаешь. Да ну нахуй.
А ты шлюха, блядь. А что случилось? Я богомол выебал. Че, сильный? Сильный, сильный. Красивый, может быть? Красивый, красивый. Че, Нардин, че, сильный арт? О, опять росточек, блядь. И почему? И по, блядь. И по, ёб твою мать, блядь, что у тебя в башке? Ебать, он анекдот написал. Слушай, это... Слушай, иди нахуй. Это вообще, я такое вслух читать не буду. Ну, новый росточек, это сильно. 249 тысяч, блядь, выфа. Что ты делаешь, блядь, у моего улья? Мне пчел распугаешь. Я бы забоялся за своих пчел, если бы Пыпа к ним подходил. Да. Ипа заходит на пасеху, и ты слышишь... И резко замолкают все пчелы. Бля, никто не знает. А, 22 тысячи меда, я ебанулся. Нет, это я себе позволить не могу. Потом ходишь и у жопы звуки. Так, донаты, сейчас чекну, что там за донаты. Бля, слушай, ничего нет пизже, чем эти, блядь, пчелы. Ебать, а вот и второй магазин, блядь. Бля, я тебя 3000 раз звал, пчелы, ты... Серьезно, я что-то забыл, насколько это хорошо. Какой дозор, досмотрим. Бать, только дозора сейчас не хватало. Пиздец, во сколько просыпаемся, я не знаю. Чё-то, о, блядь, дали серебряное яйцо, у меня сейчас будет 5 пчел плюс маточное молочко, блядь, это будет вообще на разъем. Вот бы мифическую пчелу сейчас, прикинь. Ебать. Прикол в том, что я понимаю, что ничего не поменялось. Здесь вся концепция игры, что ничего не поменяется. Ну, вообще, да, ощущений мало. Нет, выпала серьезная пчела с хмурым ебалом, серая, блядь. Серая с хмурым ебалом. Мне в офисном костюме? Да, да, хмурая. Так, я пошел в пятерочку. В Казахстане, кстати, есть пятерочка? А. Блядь, паук, ты че, ебанутый? Бля, мужики, ебашьте его. Огненная пчела хуярь. Подожди, паук зареспаунился? Да, 4-го левела, блядь. А схуяли, блядь. Бля, пацаны, ебашьте его. Бля, я сейчас 2 квеста нахуй сдам. Блядь, красная эпическая огненная пчела нихуя не дамажит. Хуярь его, блядь, по-нормальному. Подожди, я сейчас подойду, мне надо паука запиздить, блядь. Бля, он уже мёртв. Не почти. Урон, блядь. Ебашь его. Получилось? Сука, блядь. Нет. Блядь, а с него, прикинь, маточное молочко выпало. Знаешь? Это очень сильно. Да, стоило того. Я чё не взял? Блядь, я не взял квест у медведя. Ну это всё, ахуй. О. Билетик и пойду за 6 куплю. Иду 2 квеста сдавать. Ребята, 2 квеста одновременно. И у черного медведя, и у белого медведя. Ахуй. Это будет сильно. Мармеладки, блядь, ну-ка. Используется стоя на поле, чтобы покрыть цветы слизью. Удает бонус на мед. Легко, блядь, давайте пока. Так-то, блядь. Я, кстати, тоже билетик вижу. Бонусный мед был собран. Так, молочко используем на следующую тогда пчелу. Или улучшить эту хмурую. Меня что-то их ебло вообще раздражает. Зачем они хмур? Так, что далее? 25 бонт от Божья коровка. Боевое очко. Мед. Мне 6 лет королевское желе. Активирован успех. Боевое очко. Да, оно теперь, блядь, я теперь ультрабыстрый. Боевое очко дали. 2 королевских желе, блядь. Что такое? Короче, пчелы просто высирают бонусы, да, какие-то прикольные время? Угу. Понял, в зависимости от того, что за пчела, разные бонусы. Так, все, погнали делать мед. Сколько next пчела стоит?
Да-да, сейчас я донаты прочитаю. Ко мне так обращаются ласково. Что тут? Так. Да-да, сейчас прочитаю. Да, писюнчик. Отвечу, да-да, сейчас прочитаю. Писюнчик сейчас все сделает. Все прочитает. Так, хмурая пчела идет нахуй сразу. О, бля, ес, редкий красный. Ебать, второй раз редкий красный. Бля, братан, мне выпала пчела-подлец. Не знаю, оставлять. Хм. Так, ваша база... Слушай, а чё, она хавать? Я не просит, знаю. Конечно, но не сильно. Я не знаю, наверное, когда этот самый, блядь, Roblox закроют. Когда слотов не останется. Когда Roblox закроют, а пчела-подлец всех остальных пчел в стойле потрогает за это, за маточное молочко. Плохая пчела, говорят. Она редкая красная, но при этом пишут «плохая пчела, которая быстро двигается и сильно бьет. Следите за ней». Блять, ну, не знаю, что это значит, но подлая сука пчела. Так, и вот это еще раз зароляем. Бам, изнуренная пчела, мне какие-то, блять, грустные пчелы падают. У меня пчела с мешками под глазами. Суицидальная пчела. Суицидальная? Это буквально, литерили так. Мне выпала пчела с мешками под глазами и с видом, как будто сейчас обрыгается. Изнуренная пчела. Эта пчела страдает от бессонницы, она движется медленно, но никогда не спит. Но я не уверен, что это крутой бонус, блядь. Так, ладно, подлой пчеле скормим ананас. Огненной пчеле клубнику. Еще одну. Делайте мед. На 500 медом заправь. Ух ты, блядь. На 500 медом заправь. Так, сейчас я прочитаю. Омен, реально 500. Там, кстати, маточное молоко есть на платформинге, если у вас 5 есть пчел. Да, да, я взял уже. Блять, а с этим рюкзаком нормально мед идет. Можно и, блять, можно и выфармливать. Так, на 500 медом заправь, братан. Давай, подъезжай. Мед есть, крутится. Бля, пацаны, кто будет бизнес делать? Бля, говорю, Вась, какой спать? Год дозор досмотрим. Ебать, ты придумал. Да ну, не. Хотя, прикинь, мы реально ведь могли вместо, блядь, Роблокса. Ебать, как это получилось? Мы застали. Кто-то сомневался, я вообще не сомневался. Ты не сомневался? Я даже, прикинь, я не планировал наперед, я даже не думал, что так и произойдет. А мне похуй было. Мы застали смотреть дозор, потому что это слишком долго, и остались в Роблоксе на 5 часов именно в пчелах. Ну, я бы предпочел Роблокс в любом случае. Ты бы и собаку. Так, я иду спать. Бобы, если завтра, если ты не подрубишь, так, я это читал, Макс, по-братски, добавь в Роблоксе. Так, это я читал, добавь в Роблоксе, в друзьяшке это читал, Омана читал. Братан, спасибо за биг донаты. Нихуя себе, ты что, вообще не спишь, кстати. Нана Макс читал, Дукалюс, Здравопёс, показал нарезки таких самых девушки, да, это читал, чекни режим. Слушай, а я ведь все это читал уже. Так, пацаны, блядь, наверное, ну, конечно, заебок все с пчелами, все понравилось. Я зайду, проверю режим, который мне Кип просил. Бля, за это время столько меда нахуй наделаю. Не-не-не-не, ты давай, пока время въебывай, а я тут... Бля, вот сразу видно работяга. Бля, я вот Колю за это уважаю, нахуй. Пока я пошел в очке ковыряться, сука, пальцем. Он молча делает мед до утра. Так. А че в очке? Че в очке? Там самое интересное, между прочим. Коля много упускает, но ты ему не говори, пусть работает. Спину гнет. Там тоже своего рода мед.